Сотрудники полиции Одинцовского управления МВД России и член общественного совета УМВД Сергей Дядя в режиме видеосвязи провели акцию «Студенческий десант» для учащихся юридического института и Барвихинской средней общеобразовательной школы. Мероприятие направлено на профориентацию молодежи и популяризацию службы в органах внутренних дел. Ребятам рассказали о том, как поступить в университет МВД, продемонстрировали работу некоторых отделов и провели экскурсию по музею истории управления.